В Сормовском районе завершается капитальный ремонт школы номер 156. Капремонта она не знала с момента постройки. По инициативе губернатора Глеба Никитина она была включена сначала в региональную программу, затем в федеральную, и были выделены средства на проведение комплексного ремонта. Остались чистовые работы, линолеум, плитка, покраска, ну и доделать фасад. У нас контракт до сентября 2022 года. Мы планируем в июне уже начать передавать школу администрации школы, чтобы они готовили к сезону. Я думаю, что дети будут радоваться, школа будет очень хорошей. Наша школа 1958 года постройки. Школа нуждалась в капитальном ремонте, так как на протяжении 60 с лишним лет в школе капитальный ремонт не производился. Мы все с нетерпением ждем, когда наконец наша школа примет наших детей. И дети тоже с удовольствием наблюдают за ходом ремонтных работ, особенно если они проходят мимо и видят, какой фасад красивый. В этом году практически закончен уже капитальный ремонт еще 5 школ. В 3 школах комплексный капитальный ремонт. В 50-й гимназии поменяли, отремонтировали кровлю и сделали ремонт фасада. В 100-й школе внутренняя отделка. Еще по 5 школам в этом году начинаем комплексный капитальный ремонт.